Мой брат. Мой брат. Женился. Се ужени. И через какое-то время он говорит, это брат. Известно время казва, братко. Моя супруга говорит. Моята супруга. Одно слово говорит, мне всегда. Казва ми една дума. Мне плохо. И на мене ми става лошо. А что она говорит? А какво тя ти казва? Ты все равно со мной разведешься. Казва, ама ти все едно с мен ще се разведеш. То ласково. Или ласково го казва. То этот. Или по-друго яче. Мои родители. Моите родители. Разведенные. Са разведени. Моя бабушка. Баба ми. Разведенная. Е разведена. И в нашем роду вот так. И в нашей род е така. Това жена му го казва. Она вот так. И тя така. Без остановки. Я тоже ей говорил, что ты несешь вообще. Аз не казах, ма какво ти постоянно, ти постоянно мужу на мъжа от года в год говоришь. Година, ты все равно со мной разведешься. Му казваш, ама ти все едно ще се разведеш с мен. Вы живете 10 лет, 10 вы уже 15 лет. Живеете, ты свою 15. Песню. И это, не останавливаюсь. Тази песен, вие не я спирате. Скоро вашим детям, это, дочерей замуж надо скоро быть. Скоро дочерите, а ты продолжаваш. Ты все равно со мной разведешься. Ты ще се разведеш с мен. И в конце концов, и в края на краищата, оказывается, мой брат сказал. Се оказа, че мой брат каза. Мы живем 15 лет. Ние живем 15 години. Я уже устал от этих. Аз вече се изморих от това. Если еще раз скажешь, ако ты все равно со мной разведешься. Ако още скажеш, ама ти все пак ще се разведеш с мен. Я на месяц уйду из дома. Аз ще се махна за един месец от вкъщи. Если еще раз скажешь, ако повториш. Ако още веднъж повториш. Я уйду на 3 месяца. Ще си тръгна за 3 месеца. Если после возврата ты не еще раз повториш. Ако се върнеш и го кажеш за трети път. Я уйду навсегда. Аз ще си тръгна за винаги. Вдруг узнаю, что он где-то в другом месте живет. Изведнъж разбирам, че живее на друго място. Я встретился с ней. Встреча что случилось? Нея, питаме какво стана. А что она говорит? Я же сказала, а что он разведется. Ама аз ти казах, че той ще се разведе с мен. Понимаете? Разбирате ли? Вот. Он хочет со мной разводиться. Это то иска с мен да се разводи. Она 15 лет. А тя 15 чуть години. Чуть ли не каждый день. Это, не это было у нее дежурный, что? Это беше дежурния рефрен. Типа, ты меня любишь? То есть, ты мен обичаш ли ме? А когда разведешься тогда? А кога ще се разведеш тогава с мен? Ты все равно разведешься. Ама ти така или иначе ще се разведеш. Это программа. Това е програма. Это страх. Това е страх. Раз так случилось. След като така се е случило. И она целенаправленно. И тя целенасочено. Зомбировала моего брата. Зомбираше брат ми. И в конце до концов добилась. И в края на краищата постигна успех. Я ей сказал, ты счастлива теперь. Аз си казах сега, ти щастлива ли си? Если мне. Ако на мен. Кто-то вот так постоянно повторял. Някой така постоянно ми повторял. Ти все равно с собой разведешься. Ти се, така или иначе ще се разведеш с мен. Я не мог выдержать 15 лет. Аз не бих могъл да издържа 15 години. Одного месяца было достаточно. Даже един месец би ми стигнал. А мой брат самый упрямый. А брат ми е най-упоритет. И он такой упрямый, и той, упертый. И той такава степен и над. 15 лет выдержал. 15 години издържа. Она боялась от развода. Боеше от развода. Она регулярно это озвучивала. И тя редовно говореше за това. Мой брат говорит, брат ми, поговорите. Казва, братко, что она вообще в уме? Поговорите с нея, тя въобще наред ли? У меня дети. Имаме деца. Я говорю, она не понимает. Аз си говоря, пак тя не разбира. Это психология. Това е психология. Не выдумывайте какой-то проклятие, рог, этот, проклятие, за рода и така нататък. Вы боитесь от этого, боитесь выходить замуж. Вие боите заради това да се омъжите. Вы бережете себя от развода. Вие пазите себе си от развода. Вы откладываете на потом. И затова отлагате за по-късно, за по-късно. На вопрос, почему не замужем, когато ви попитах, защо не сте омъжена, вие всъщност имате отговор. И когда вы замуж выходите, вы тоже будете думать. И когато ще се омъжите, вие пак ще мислите. Бабушка разведенная, мама разведенная. Баба ми се развела, мама се развела. И будете себя вести. И ще се държите. Недоверием. С недоверие. Вы будете вести со страхом. Се държите, ще има страх в поведението ви. И это люди чувствуют. И това хората го чувстват. Вместо любви страх. Вместо любовта. Вместо доверия недоверие. Вместо доверието има недоверие.
Семья создается раз, а семейство, один раз, до конца. Создава един път и завинаги.